Ой, так я вас... Да ладно! Да ладно! Да ладно, я вас видела в ТикТоке. Ну, есть такое немножко, да. Подождите, я вас... Я... Ой, извините. Нормально, нормально, не отказывай себе ни в чем. Я вас... Я не помню. И там я очень популярен. Да, это правда, да. А я смотрю, лицо знакомое. Да ладно. Я давно, кстати, видела, может, полгода назад. А ты подписывайся ко мне еще на YouTube-канал. У меня еще YouTube есть. Там я тоже популярный, кстати, да. И мне не хватает парочку красивых девочек в подписчиках. Мы, кстати, тоже всех немножко надуриваем. Мы же типа с Финляндии. Ну да, у вас показывает Финляндию, Хельсинки. А там прям Хельсинки показывает? Да, прям написано Хельсинки, Финляндия. Наше положение показывает. Нормально вообще? Девочка, а вы что есть интересненького обсуждаете? Что мы обсуждаем? Обсуждаем. Умничка вообще, говорит, 5 баллов вообще. Это не шутка была. Да не шутка. Не, серьезно, а почему вас Афганистан интересует? У нас друзей много, и не только друзей. Из Афганистана? Да, да. Здесь. А я не помню, что вы думаете про... Я что-то забыла. Что я думаю про... Прекрасно. Не-не-не, не хотел, и реально говорю, не хотел. Просто неправильное определение дал. Не, прекрасно, а что я могу думать? Плохого точно ничего не думаю. А вы сами что думаете? А вы за кого? А мы не за кого. Не... Эту тему ни с кем не обсуждаем. Ну и правильно. Мы против. Это правильно. Но мы никого счастливым не делает. Какой бы ты крутой не был, сколько бы на тебе бронежилетов не было одето. Да. А вы это? Вы с какого города? Я из России, Москва. А почему у вас Беларусь стоит? Да я откуда знаю. Так дало, вот так сижу, да. И все мне кричат. Вас сейчас, девочки, вас сейчас смотрит 13 тысяч человек. Я же вам говорю. Да ну нафиг! Ну я же тебе сказал, что я популярный не только в ТикТоке, а ты меня не услышала. Ай, да ну нет. Передаю привет своей маме, папе, бабушке, дедушке. Бабушке. И вы, кстати, спасибо, ребятам понравились, говорят, очень красивые девочки, кстати. Спасибо. Девочки. Я сижу сейчас, слышишь, губы вырисовываю. Так нет, я же тебе сказал, а ты меня не услышала просто, когда я тебе сказал. Я думала, вы это, потом. Не, когда я насчет YouTube сказал тебе, ты меня просто не услышала, да. Ладно. Канал называется, ребят, канал называется, вы сейчас в прямом эфире, девочки, канал называется «Дядя Слава». Там, где 1 290 000 подписчиков. А туда это все выйдет, да? Уже весь мир вас видит. Весь мир, где бы вы ни были, вас везде могут узнать, сказать «Здорово, девчонки». У нас есть небольшая дилемма. Есть такое имя? Буль-буль. Это не смешно. Рассказываю историю. У нас есть очень хороший друг. Очень хороший. Мы идем к нему на свадьбу, но он об этом не в курсе. Типа нельзя, чтобы мы приходили, мы придумали кодовые имена. Меня зовут Буль-Буль. А почему он вас не приглашает и почему вы так хотите к нему попасть? А потому что он очень плохой мальчик и указывается... Ну вас тянет к этому плохому мальчику, я же вижу, да. Вы же не просто так. Ну, другому... посмотреть на свадьбу. Другой бы мальчик вас не заинтересовал бы и со свадьбы в меня, а вас он интересует, значит, у вас неразделенные чувства какие-то есть. Нас организаторы позвали. Но вы говорите, вас не позвали. Как-то у нас разговор не получается. Ну, он сам не позвал. То есть он вас позвал через организаторов? Ну, типа, наверное. Мы приходим с сумкой черной, если что-то пойдет не по плану, сумка, ничего себе у вас шутки. А прикинь, если вас сразу после этого
На пол положат, заломают, короче, ласточкой скажут. А там все свои. Главное, чтобы... А вы это... сколько вам лет, дядя Слава? Мне 55, вот 30 июня будет в этом месяце, 56. А как давно вы ютубом занимаетесь? С 2017 года. Ого. 6 лет. Угу. Ладно, девчонки, давайте добра вам, позитивчика, и чтобы все было в вашей жизни на должном, как вы хотите того сами, ладно? Угу, спасибо. Все, давайте.